В Крыму увеличилось количество состоятельных туристов, констатируют представители курортной сферы. Эксперты связывают это с закрытием международных границ на период пандемии. Выражается переизбыток в повышенном спросе на услуги так называемого лакшери-сегмента. Люди бронируют отели класса 4 и 5 звезд. В то же время инфраструктура региона нуждается в усовершенствовании, ведь ательеры в условиях незначительной конкуренции не могут удовлетворить спрос на запрос высокого уровня сервиса. Самыми востребованными по статистике по-прежнему остаются гостиницы премиум-класса на Крымском южнобережье. Помимо высокого спроса на них, существенно возрос интерес и на услуги высокой ценовой категории.